Глядя на эти картины, сложно поверить, что все они созданы учениками. Работы юных живописцев детской школы искусств «Классика» теперь украшает Одинцовский историко-краеведческий музей. Это выставка по летнему пленэру наших учащихся. И вот мы уже который год подряд делимся своими впечатлениями о нашем городе, делимся своими рисунками, чтобы наши дорогие наши жители, наши земляки могли ознакомиться с творчеством наших детей. Все представленные картины написаны на летнем пленэре. Это не прихоть учеников, а обязательное домашнее задание. Ведь для любого художника умение работать на открытом воздухе, писать с натуры – очень важно. Карандаш, акварель или маркер – технику юные художники выбирали сами. В акварели я в основном использую технику, когда ты сначала, у тебя есть уже зарисовка в карандаше, ты ее сначала покрываешь одним слоем, то есть общий слой, и потом потихоньку дорабатываешь уже всякие элементы. Вопрос, что рисовать, у художников не стоит, у них уже есть свои предпочтения. Мне нравится, в принципе, все рисовать, потому что, по-моему, как красиво можно изобразить абсолютно все. Эта выставка не только возможность показать себя для учащихся ДШИ «Классика», но и уникальная возможность для посетителей музея открыть для себя красоту Одинцовской земли или взглянуть глазами детей на уже знакомые места. Дети все-таки немножко иначе, возможно, видят мир, видят окружающую природу, какие-то моменты. Если есть очень интересные у нас такие зарисовки и жизненные, бытовые, какие-то люди, животные. И иногда такой вот взгляд более юный, свежий для взрослых тоже очень интересен. Выставка работ учащихся школы искусств «Классика. Рисуем любимый город» продлится в Одинцовском музее до 1 октября. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».